Беларуси получено 84% паспортов готовности жилфонда, а местные органы власти уже получили разрешение назначать отопительный сезон открытым. В последние годы он увеличился практически на месяц. Раньше включают, позже выключают. Специалисты отмечают, батареи заработают не раньше 1 октября. Единый день безопасности пройдет в Беларуси 22 сентября. В рамках акции проведут обучающие тренинги для предупреждения ЧС, правонарушений и преступлений. Также детей и взрослых научат оказывать первую помощь и вести себя в различных ситуациях. В некоторых филиалах запланированы тренировки пожарных дружин. В стране стартовала акция по озеленению. В течение месяца планируют высадить почти 150 тысяч деревьев и около 300 тысяч кустарников. Продолжается закладка парков, аллей и садов в память о павших в войнах Великой Отечественной. Приобщиться к инициативе может каждый. Участников обеспечивают всем необходимым инвентарем. В квартире бобручанина обнаружили нарколабораторию. Правоохранители изъяли марихуану, климатический комплекс, полимерные горшки с коноплей, систему освещения и вентиляции, а также семена растений. Мужчина пояснил, что выращивал траву для себя, однако есть и доказательства его причастности к сбыту. Традиционные ярмарки сельхозпродуктов стартовали. Дальше каждую субботу и воскресенье вплоть до 6 ноября. Время работы с 9 до 15. Основная торговля разворачивается на Горького, вдоль 41-го дома. В этом году представлен большой ассортимент мясных и хлебобулочных изделий.